в понедельник и вторник. Товарищ полковник, оркестр дивизии... Вольно. Приказ штаба нашей армии. Взять первое место, кровь из носа. Ясно? Да, точно! Кто-то в армии души не чает. Господи, скажи, хотят, кого бежим-то? От армии, из военкомата, с милицией. А кто-то готов откосить в любой удобный момент. Мама! Говорил я тебе, контракт подписывай, кретин! Какое-то хулиганство. Стыд ты, позор, товарищи музыканты. Но рано или поздно топтать плац в казенных сапогах придется всем. Вам пакет, товарищ полковник. Может, ошибка? Тут какой-то дирижер, да еще из НАТО. Ошибочка! Тот, кто служил, знает, в армии ошибок не бывает. Вот это негр. Здравствуй! Предупреждаю! Никаких хождений на сторону! Николай Добрынин, Василий Мищенко и Вадим Демчик в многосерийном фильме «Национальное достояние». В понедельник и вторник на ТВ Рус.